Ну а очередь парламентариев подошла еще несколько недель назад. Правда, депутаты-социалисты не спешили, чтобы убедиться, что вакцин хватит для тех, кто на передовой. В процедурных кабинетах не капризничали, согласились на предложенную сыворотку китайского производства «Синофарм». Говорят, слышали, что она эффективна. 100 тысяч доз этого препарата предоставило Молдове руководство Китайской Народной Республики по личной просьбе спикера парламента Зинаиды Гречаной. Депутаты-социалисты решили провакцинироваться тем препаратом, который есть в наличии. Первыми пришли Влад Бетренча, Владимир Односталко и Марина Радван. Им вкололи первую дозу китайской сыворотки «Синофарм». Народные избранники говорят, что долго ждали этого дня, но не могли себе позволить привиться раньше, чем врачи, педагоги, пенсионеры и стражи порядка. Процедура вакцинации прошла очень спокойно, очень хорошо. Доктор вначале проконсультировал, сразу же рассказал о возможных побочных эффектах, которые имеются абсолютно у всех вакцин. Незначительных. После этого была непосредственно процедура вакцинации. Показали, что, чем и как вакцинировать. Чувствую себя сейчас нормально. Вот прошло немножко времени, вы видите, никаких побочных эффектов нет. Хотелось бы сказать спасибо большое дружественному Китаю за очередную помощь. О готовности иммунизироваться объявил и председатель ПСРМ. Сам по себе,